Вывезут, тут есть. Он там взял кусок, шматок такой был. Ну пока вот им бросают, Алин. Вот тут им бросают, Денис. Давай. Ой, можно? Иди, иди, смотри, смотри, смотри. Иди. А как им дали еду-то? Он кидает. А кто кидает? Не знаю. А это курочку кидает им, да? Ну хорошо, что хоть не ослик, не барашек. Я думала, да, кого-то дадут там. Давай, курочка. Все-таки курочка. Так это, наверное, сами посетители, наверное, кидали? Да ну нет. Ну хотя можно посетить, не кинуть. Вот человек пришел. Что-то они, да, не очень-то кидаются, прям не холодные. Да. В это время я не знаю, да, что их покормят. Они голодные. Вот так вот в дикой природе, да, чтобы курочек набросать, и чтобы они так... Это не курочки. Это какие-то бахилы. Мне кажется, это крачка. С таким аппетитом едят. Рвут прям так. Кушают какам мясо. Да. Ну смотри, смотри, ты видишь или не видишь-то, Вера? Видишь, как они кушают? Видишь? Так я. Ага. Рычат, когда еще. Такие кошечки такие большие. Это котята. Ну да, ну да. Это не мурлыканье так. Только очень страшно. Не мурлыканье. Рукой лапкой поддерживает вот тот. Три мальчика тихо. И морды. Это львица, это лев. Две львицы, одни лев. Саш, мы пока прямо пойдем. Нет, вот это львица. А там маленький львенок. Ну, пойдем дальше, там посмотри, как кушает. Пойдем дальше теперь яйца, посмотрим. Яйца, яйца, аккуратно, яйца. Вот, смотри, смотри. Вот так надо еще. Пойдем, пойдем. А еще что? А это, прям так даже можно, видишь? Лен. Маш, смотри, тут на машине можно подъезжать, смотри. Смотри как. Прям на машине. Ярослав. Прям подъезжать так вот можно. Смотри, 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 смотри. Ничего себе. Маргла, сейчас уже Маргла, сейчас смотри. Вон, видишь, можно даже сюда заехать. Ну, как бы я бы... Ой, мамочки. Как это так? Они в памперсах просто такие смелые. Да, они, походу, подсёрывают там. И для них таких же, видишь, их покормили, теперь они сыты, теперь можно уже... Ты ж, Маш, можно как, а? Ой, ой, всё. Куда теперь? Надо в тебя очень гадать. Ой, осторожно, в тебя. Водички, потому что видят. А где взять? Ну, мам, ну что, может, водичку? Клячь какая-то, дай мне самую, как слежь. Ну, водичку дай, Белякова. Водичку предлагали уже. Тряпку дай быстрее. Котеночек, давай с нами. Давай, постой здесь. Постой, хорошо. Не голодные дети. Подходят на кормежку, потому что лето, жара, туристы тоже катаются. На этом? И поэтому они не голодные. На этом? Да не кричи, тихо. На этом поезде. На желтом и на красном. Да, разделено. Ой, Лёва, смотри. Блин, красавчики. Ну, отойдите.
Не мне так ничего. Супер. Вера, посмотри с нами, девочка. Ну отойди, ты что-то тебе в концерт это. Давайте поможем в тенек отнесем. Где там жена? Лель! Иди ж меня, возьми. Если отосну, у нас есть. Нет. Давайте мы посмотрим. Возьми его. Давайте мы передадим маме. Надо помочь. Сейчас я помню. Давайте ребенка сюда мы передадим. Идет, передайте. Передадим. Где мама? Где мама? Что, туда надо вперед? Надо туда, вот, в тенек. В тенек, на лапку, можно? Вперед, ты можешь. Ноги, ноги, малыш. Герда! Где? Вперед, да? Я сейчас пройду. Так, дай пройти. Дай пройти. Дорогу. Вера. Она здесь у нас, забирайте. Пошли, давай. Иди, Верочка, беги к маме. Пойдем. Мы здесь. Сейчас львы покушают, разляжутся по своим полянам. Будем ездить их гладить, фотографироваться с ними. Как видите, есть немало людей, которые желают вот здесь побывать среди них. Пощекотать себе нервы, поймать адреналин. Вася, пошли. Хорошо, что есть кусок мяса на пути до человека, да? Олег Алексеевич, подойдите, пожалуйста. Олег, подожди, идешь. Мама всех собрала. Пожалуйста.
А он белый совсем, да? Вот там. Красота. Да, совсем белая. Вот, смотри, прям смотрит. Еще одна машина. Открой рот хорошо. Давай. Пожалуйста. Да, слышала, Марусь? Ну, а ты бы знаешь, как обосрался? Я бы нет, точно. Я да, бы конечно. Я бы уже вот там лежал бы, блядь, в этой яме, нахуй. Откуда? Плитой накрыт. Ну, уже, я говорю, у меня бы надпись была бы. Я бы там написал, я бы там написал. Я бы, блядь, прицепился и ехал с ними. Ебал я на. Он белый еще. Что тут делать? Я думал, ты здесь тут рыганул. На территории он. Успокойся, что ты? Не сейчас разберутся. Мари, мари, мари. Ближе к нему иди, я бы за руку с ним ходил бы для того. Ой, еще один. Обратно не вернется. Смотри, блин. Ну вот подводит. Смотри, он их прям туда повел. Потому что это экскурсия. Да тут. Или есть экскурсоход, кстати, может быть, прям в кассе. Я даже в пьяном состоянии. Ну, это потому что молодой. Глянь, Лев пошел туда в машину. В машину? Вон, смотри. Я там уже наложил. Они ручные. Давай купим себе ручку. Они ручными никогда не могут быть и не будут. А потом подрастет и решит по-другому. Глянь, глянь, лащится. Блин, ты давай на такой. А эти смотрят, ну зайдите к нам. Классно. Смотри, какая.
Фига, кусок мяса на крышу. Потому что они едут, когда они покормят. Он был голодный, был по-другому. Пошел, смотрим. Мат, давай поедем. Тихо. Где, покажи? Ну так вот одной лапой, блядь, раздали. Смотри, вон, видишь там? Вот белый медведь. И вон там, видишь, маленький дом? Вон он, видишь? Я еще молод. Я аренда. Ну подойдем. Вон туда, вот на ту сторону. Подойдем, поесть домой. Поедем. А ты там что, не боишься? Я там. Где ты там можешь? Пойдем, пойдем. Пошли посмотрим, вот смотрим. На вон он где его видал, по хлебу ходил, понял. Пытался, вот тут вот. Вон тут маленький домик, Данил. Вон он, видишь? Да. Thank you.